Всем здорова, в этом видео вам расскажу, как же из флеймовского драйвера сделать почти так каратоми. На фоне будут вот эти вот волчки, они будут типа смотреть на его внутренние органы и бояться, в общем. Разбираем, я уже разобрал, чтобы на видео не тянуть. У нас вот такая вот штучка у нас вылезает, да? И она не до конца, ну вы увидели. Что же нужно? Мы просто достаем, берем бумажку и сделаем ее в 4-5 слоев. Так, главное, чтобы она была вот под размер, 100% размер. Дальше. Еще раз. 3 это мало. 4. Так, 4. Ну, давайте 5 на всякий случай. То есть убрать легче, чем как бы добавить. Дальше мы берем дрель. Да ладно, шучу, не дрель. Просто берем, можно даже отвертку. И делаем отверстие. Отверстие. Не дырку. Потому что мне так трудовик сказал. И все. Типа, у меня внезапно закончилась память. Окей, я ее восстановил и сделал отверстие. Вот, берем, вставляем вот эту штучку вот сюда. Клеить мы ничего не будем, поэтому не переживайте. То есть, если у вас что-то не удастся, вы, в принципе, можете собрать заново. Так. Ну, теперь мы берем ножницы. Ножницы берем. И подрезаем. Нет, пластик не трогать, а именно бумажку. Хоба. 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 Сказал хоба. Вот, все. Дальше мы берем, вставляем вот эту штучку вот сюда. Аккуратно. А, да, блин, забыл. Нужно что вот сюда сначала. Что-то я... Ку-ку. Теперь примеряем. Так. Будет ли она доходить? Нет, слишком много. Ну хорошо, мы тогда знаете, что сейчас сделаем? Это не она не доходит, а вот сейчас покажу. Вот эту вот мы не убрали. Так, все. И вот эту вот нужно убрать. Нужно все вокруг, короче, идеально счистить. Сейчас я сделаю. Примерно вот так. Теперь мы аккуратненько берем, чтобы ничего там не съехало, и вставляем вот сюда. Ловкости рук и никакого мошенничества. Так. Говорю, ловкость рук. Никакого мошенничества. Опа. Тут вот она порванная была, не переживайте. То есть это не я порвал. Она уже была такая. Так. Опа, все идеально. Давайте теперь возьмем вот эту штуку. Вставим ее вот сюда. Как она и должна быть. Вставим вот эту вот сюда. Так, тут мусор. Ну, это вернее бумажка, которую мы делали. Беру, я сейчас закручу, в общем, винтики туда. Вот таким вот стал. Вот эта вот штучка, она... Так, извиняюсь за ногти. Вот эта вот, она сотрется со временем. Давайте сейчас потестим. Первый запуск. Вперед, в центре. Вперед. И гоняет. Все идеально. Как вы можете убедиться. Так, мне нужно, наверное, на превьюху. Я вот это вот взял, но видите, вот этот мусор. Его нужно... Я сейчас немного его позапускаю без вас, чтобы превьюшку нормально сделать. И потом буду выкладывать ролик. Так, фокус. Так, это не то, нужно стирать. Опа. Ну и нет. Его нужно запустить немного под углом, чтобы он стирал то, что мне нужно. Да. Ладно. Ну, вот такое сегодня было видео. Напишите в комменты, помогло ли оно вам как-то. Напишите в комменты свои вопросы по поводу вот этого вот всего. Ну, я с вами прощаюсь. Всем удачи, всем пока. До скорого. Пока-пока.